Политика – это всегда человек и неизбежная связь психологии личности с ходом истории. Почему революционные призывы Зурабишвили не возымели успеха? Темперамент – это, как правило, биология. И вот эта особенность нервной системы, характерной для южных народов, она, скорее всего, не позволила бы грузинам ожидать почти трое суток. Из чего мы делаем вывод, что поведение Зурабишвили никак не связано с тем, что думает грузинский народ. В чьих интересах работает президент Грузии, приглашая к протестам? Пересмотр отношений со Штатами и Евросоюзом укрепил бы автономию самой Грузии на политическом контуре. Тем самым он бы укрепил позиции Грузии на мировой арене и сделал бы ее более сильным игроком. Ключевой вопрос в том, а нужна ли такая сильная и автономная Грузия демократичным друзьям? Препарируем мечты президента Грузии в программе «Смысловая разгрузка». В пятницу в 23:00 на Беларусь 4.